чувствую. Молодцы. А хлопот бум громко. Полепите вам. Спасибо большое. Тут уже неплохо похлопали. Будьте любезны, лично для меня. 3-4. Спасибо, очень приятно. Но, ребята, начнем мы сегодня не с конкурса, а с самой приятной части. Награждение. У нас уже прошло очень много конкурсов, но сладкие призы мы так и не получили, правильно? Ну что, вы готовы узнать, кто у нас победители? Замечательно. Ну что ж, начнем с вами с нашего первого конкурса, который проходил у нас самый-самый второй день. Помните, как назывался? Правильно, назывался, в народе нашем назывался «Разведчики», а так «Поднять перископ». Итак, второе место. Командир, приготовьтесь. Командир, ответ, приготовьтесь. Второе место заняли первый и третий отряд. Старший по группе. Первое место. Ну, проходим, проходим. Давайте. Сюда, под ваши аплодисменты. Это у нас третий отряд. Третий отряд. Так, третий отряд. Смотрите, объясняю всем. У вас на каждом вашем призе вот такая замечательная ленточка. Видите, она желтого цвета. Желтый цвет — это у нас какое место? Второе место. Эту ленточку вы должны завязать на свое дерево достижений. Запомнили? А что это грустно? Итак, второе место третьему отряду. Молодцы. Второе место первому отряду вашему. Первому, да, первому отряду. Молодцы, все, присаживайтесь. И первое место второму отряду. Заходим побыстрее. Про ленточки не забываем. Ленточки завязаны на ваше дерево достижений. В средней подгруппе второе место. Пятый отряд. И шестой отряд. Вы, наверное, не хотите сладких призов. Может, вы расскажите кому-нибудь другому? Нет. Ребята, вы хотите сладкие призы? Да, грустно, когда вы хотите. И первое место за конкурс «Поднять перископ» занимает четвертый и седьмой отряд. Вот так уже, конечно. Четвертый и седьмой явно по конфеткам соскучились. И в младшей подгруппе второе место занимает девятый и десятый отряд. Командир, вот молодцы. Вот малыши конфеткам радуются. И первое место восьмой отряд. Награждение девятый отряд. Еще раз поаплодируем девятому отряду. Второе место. Восьмой отряд. Бежит. Конечно, конфеты получать. И первое маленькое. Вот. Покажи всем, какой, господа, приз. Вот так вот. Похлопали все. И первое место у нас. Десятый отряд. Продолжаем аплодировать победителям. Второе место в конкурсе компании в средней подгруппе занимает пятый отряд. И кто хорошо у нас считает в средней подгруппе, первое место какому отряду? Седьмому отряду. Конечно. И к старшей подгруппе второе место у нас. Аплодируем седьмому отряду. Первое место. Старший в группе. Второе место. Третий отряд. Вот знают, знают. Сюдают аплодисменты. Третье место. И первое место разделили между собой первый и второй отряды. Громче первый и второй отряд. Громче аплодисменты. Ваша победа.
Но это еще не все. У нас недавно, вернее вчера, прошел конкурс «Корабль моей мечты». И также у нас есть победители. В младшей подгруппе третье место, 9-й отряд. Второе место, 8-й отряд. Идете, юнги. В средней подгруппе третье место, 4-й и 6-й отряд. Второе место в средней подгруппе, 5-й отряд. И первое место в средней подгруппе. Еще раз напоминаю, ваши ленточки – это ваши достижения, поэтому обязательно не забудьте их привязать на свои деревья. И старшая подгруппа. Вот тут у меня что-то, я прошу прощения. И вот тут меня подвели. Так, третье место, 1-й отряд. Извините, тут что-то все... Значит так, 1-е место 3-му отряду. Ребята, извините, тут что-то перепутали, короче. Стоп, ребята. Давайте так, самый большой корабль, кого был? 2-й отряд, 1-е место. Даю вот самому жюри. Итак. Второе место занимает отряд номер 3. Аплодисменты. Мы в первую очередь оценивали корабли, которые были сделаны своими руками. Поэтому второе место. Отряд номер 3. Аплодисменты. Я приношу извинения за своих помощников, которые немножечко неправильно подписали пакетики со сладкими призами. Но в любом случае еще раз аплодисменты. Третий отряд, 2-е место. Желтая ленточка – это 2-е место, Светлана Владимировна. 2-е место, желтая ленточка. Разволновались, ничего страшного, не волнуйтесь. Ничего страшного. Волноваться нельзя. Не волнуйтесь, бить на ленту и проработать. Первое место занимает отряд. Первое место занимает отряд номер 1. И, конечно же, гран-при этого конкурса отряд номер 2. Ну, бывают всякие неполадки, бывают технические, правильно, бывает, мы тоже тут перенервничали, и ассистенты, и я очень сильно приношу свои извинения, тем не менее, победители у нас есть. И еще у нас есть один конкурс, но мы его награждаем ленточками для вашего дерева достижения. Это рисунок на асфальте. Молодцы, постарались. Конечно, там уже было так, ждали родители, убегали, бежали, встречали родителей. Где-то, может быть, не доработали, не дорисовали, но тем не менее ленточки вы заслужили. Третье место ленточки получали 1-й, 4-й, 8-й отряд. И ваши аплодисменты. Это для вашего дерева, чтобы оно расцветало. Второе место. 2-й, 5-й, 7-й и 9-й отряды.
прошло, все дружненько выдохнули. И немножечко давайте с вами разогреемся. Помните игру вчера, которую мы играли с вами? Помним, да? Если нарисована ножка, что мы делаем? Если нарисована ручка. Вспомним или сразу начнем? Помните, что делать, да? Если стрелочка в правую сторону, что мы делаем? А если в левую? А если наверх? И машем. А если вниз стрелочка? Прячемся. А когда волна нарисована, что мы делаем? Волну. Ну что, вы готовы разогреться? Тогда поехали, внимание, на экран. Ножки, громче ножками, ножки и ручки. Куда можно отсылить? Браво! Ручки и ножки, громче ручками. Команда под номером один на сцену. Аплодисменты команде номер один, пожалуйста, к своему. Проходите на ваше место, сидемте. Ну, сейчас, значит, будем знакомиться. Итак, внимание, первый конкурс, визитная карточка. Давайте познакомимся. Команда под номером один.
Наша команда «Живи, воробей!» Наш девиз «Мы не рады, йо-хо-хо!» Нас обидеть нелегко! Четко и просто! Шип-ширып! «Живи, воробей!» В самом деле.
все, учтем, конечно. Итак, вот у нас две команды. Команда Джека Воробья и ваши две, похоже, смешные. И команда «Мозги и Монстики». Готовы сразиться, чья же команда-то будет сильнее, так? Дружнее, улыбаемся, не боимся ничего. Выходим сюда. Зависим. А. Выходим, 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 выходим. Итак, первые оценки за первый конкурс, визитная карточка. Оценки команде Джека Воробья. Пожалуйста, вот одной команде давайте капитану. Давайте капитану дадим одному и капитану второму. Какие здесь буквы не знаю, какое слово не знаю тоже. Знаешь, что слово на морскую тематику. Сейчас по моей команде вы должны выстроить из этих букв слово. Подсказываю, морское слово. Взять в руки и встать и показать всем, чтобы зал прочитал. Кто будет быстрее и кто правильнее, ну, соответственно, будут и оценки. Вы готовы? Не волнуемся. Вы готовы? Вы готовы? Еще раз говорю, какие там буквы, не знаю ни я, ни участники. Но должно получиться какое-то слово. Поэтому приготовились. Готовы? Назад. Внимание. Марш! А мы поддерживаем. Заканчивается на А.